Друзья, приветствую на своем канале, канал Каримов Равиль, канал обо всем. Сегодня я хочу вам сделать небольшой репортаж обуви, пришедшей из Соединенных Штатов Америки. Эта обувь называется Доктор Мартинес. Клаус Мартинес, немец, по окончании Второй мировой войны задумал создать обувь удобную на воздушной, скажем так, с воздушной прослойкой, чтобы при ходьбе было ногам удобно. Вот. В 1947 году вместе с Гербертом Функом они стали выпускать эту обувь. Она стала пользоваться популярностью. Реклама сделала свое дело, и англичанин Билл Грикс купил патент, улучшил ее, и появилась такая обувь. Смотрите, шикарная кожа. Вот между вот этой частью и самой подошвой воздушная прослойка осталась. О чем имеется надпись? Вот на этом язычке. Написано Air Wired Wire. Значит, удобная обувь. Все на английском языке. Клаус Мартинс был медиком, и вот он создал вот такую обувь. Они прошиты, эти ботинки, ну, знаменитая обувь. В Англии в самом начале их продавали по 2 фунта, такие ботинки. Вот сейчас они стоят от 100 фунтов или долларов, уж не помню. Здесь логотипы везде есть. С особой пропиткой, не скользящие, антикислотные, не подверженные воздействию масел, кислот. Вот. Это 12 размер американский. То есть 12 дюймов, это примерно 27,5-28 российского размера. Вот. Шикарные ботинки. Вот, друзья, напоминаю, мы находимся на канале Каримов Равиль. Канал обо всем. Подписывайтесь на мой канал. Про ботинки могу сказать. Отдел, они удобные. Удобные. Замечательные. Да, вот эту надпись вспомнил. Пружинище. Спасибо, друзья, что были с нами. Со мной. Такая обувь мне досталось. С удовольствием буду ее носить. Подписывайтесь еще раз на мой канал. Прошу вас. Канал обо всем. Канал Каримов Равиль. Спасибо, друзья.